кого-то из партнеров Портилью бросит. Сейчас контратаку нет, он назад. Элизео играет. Санта-Крус. И посмотри, правая бровка совсем. Там один находится Диего Боунанотте. Отличная передача Роки Санта-Круса. Под себя Боунанотте. Заброс на Санта-Круса. Какая классная, вкусная атака. И браво! Браво, Малага! 4-0. Здесь Гранаду не жалко. Здесь все сделали футболисты Малаги. Блестящий Эммануэль Пеллегрини должен быть доволен этой атакой. С одного фланга на другой. И такая, получается, длинная стенка прошла. Ну да. Сделал передачу, дождался, когда Буананотто что-то организует, сам ушел в штрафную, получил от него обратно пас Санта-Крус и свой третий мяч в премьере в этом сезоне забил. Ну, я думаю, сейчас и Анкойло думает, вот тут ребята играют, да? Начал получать удовольствие. То есть после второго мяча он еще дергался, после третьего успокоился, после четвертого сам начал получать удовольствие. Ну, обратим внимание, что Буананотте вошел в игру вместо Иско, но качество игры абсолютно сопоставимое с лидером Малаги.